Готовим огурцы по-корейски. Берем огурец, отрезаем носик, жопку напополам. Выбираем. Нарезали огурцы. Сейчас это все обильно солим. Где-то на килограмм огурцов 2 столовые ложки соли. Все это перемешиваем. Накрываем крышкой и забываем на час. Нарезаем вот на такую тонкую полоску. Лук репка полукольцами. Чеснок вот такая вот сибирская небольшая головка. Лук зеленый, небольшой пучок, режем вот на такие части. Берем чашку, добавляем сюда морковку, потом добавляем лук, добавляем зеленый лук, чеснок, красный перец добавляем по остроте, кто как любит. Я люблю пожестче, так что добавлю красного перца вот, ложку. Соус 3 столовые ложки, сахар 2 столовые ложки, кунжут 1 столовая ложка, вода 50 мл, масло растительное 1 столовая ложка, ну и плюс кориандр, горчица и душистый перец. Все это перемешиваем тщательно. Сейчас все это будем соединять с нашими огурцами. Так, прошел час. Открываем наши огурцы. Засолились. Сливаем водичку. Наши ингредиенты добавляем в огурцы. И тщательно это все перемешиваем. Накрываем крышкой и убираем в холодильник.